Здравствуйте. Сейчас мы рассмотрим школьный ортопедический ранец Виннер новой серии. Серия у нас 20-я. Это модель 2021. Как обычно, у Виннера прекрасный дизайн с пегасами, единорогами летающими, два вот таких вот. Это у нас идет PVA, объемный такой рисунок. Сверху пришитый бантик и вышивка свит. Естественно, ручка плотная с mesh тканью. Дальше рассмотрим. Идут кармашки. Кстати, вот это вот отражатель. Вот это тоже светоотражатель. Идут кармашки для бутылочек на липучке. Потом ортопедическая спина с mesh дышащей тканью. Нагрудная застежечка. Светоотражатели, ну, у рюкзака сзади, у ребенка спереди получается. Вот. Петелечка для подвешивания на парту. Вот такая вот идет. Очень приятная, кстати, вот эта вот штучка. Она идет как маечка. То есть, ну, хорошо ложится и по шее ребенка вот этот вот специально вышитая вещь. Так, дальше рассмотрим. Этот рюкзак не просто каркасный, он разбирается. Ну, а, естественно, кстати, брелочек. Естественно, брелок в подарок, Мишка. Этот рюкзак разбирается. Вот видите, есть блокиратор. Для того, чтобы ребенок самостоятельно не расстегивал дальше положенного ему. Вот родитель его застегивает, и дальше она не идет. Как это работает, смотрите. Вот так вот, раз, и все. Вот и с этой стороны расстегнем. Вот мы можем видеть, что внутри. В этой ситуации, видите, да? Для мам и пап, для родителей это очень удобно. Потому что можно открыть рюкзак полностью. И помыть его, почистить внутри, чтобы там ничего не осталось. Раздавленное яблоко, забытый йогурт. И прочие детские штучки, которые они там обычно оставляет. Две пластиковые ножки объемные. Вот так вот. Спасите. Ой, спасибо. Заказывайте. Ждем вас у нас на сайте.